парламенте депутаты дают предложение увеличить гарантированный вот этот объем электроэнергии по 77 тиенов для жителей Высокогорья. Они говорят, что текущих лимитов им не хватает, им мало. Вот что вы думаете по этому поводу? Я могу прямо сказать, у нас есть анализ в разрезе, по абонентному мы можем это разбить, потому что нам представляет, мы выставляем счета, нам оплачивают. И когда мы сделали анализ по всем регионам, по районам, по Айлюкмету и так далее, основная масса даже зимой не подпадает. Зимой у нас 65% населения в Высокогорнике, весь Кыргызстан 65% населения потребляет 35%. А 35%, то есть 75% потребляет 35%, а 25% потребляет 65% электроэнергии. Угу. То есть основная масса, как бы вот, то, что многие, могу так даже сказать, спекулируют этим, а это не подпадает, и оно не соответствует действительности. И мы готовы даже показать в разрезе районов, областей, улиц, показать, да, кто как на самом деле потребляет электроэнергию. То есть на самом деле они мало потребляют, да, жители, да, Высокогорья? Да, да.